Привет. Мне вот стало интересно, появился новый проект, называется Ukrainians, то есть аналог сети ВКонтакте. Сегодня 19 мая, и на волне хайповой новости о том, что Порошенко запретил ВКонтакте, ну вообще Mail Group, Яндекс, 1С и так далее, одни делают социальную сеть аналог ВКонтакте. И здесь написано: команда из 30 программистов, стартап Soft. И значит, условие: если до 50 тысяч подписчиков соберется, то есть вы просто пишете свою электронную почту в это окошечко, нажимаете подписаться, если таким образом то 1 июня будет 50 тысяч, то они начнут делать в течение 4 месяцев социальную сеть. Мне кажется, что слишком много условий, то есть программисты никак включают чиновника такие: давайте вот это, если правила будут, то мы сделаем. Мне кажется, что нужно уже было бы делать эту социальную сеть. Хотя количество подписчиков растет довольно-таки быстро. Утром еще было 4 тысячи, сейчас уже практически 21 тысяча подписчиков. Будут ли они пользоваться, неизвестно. Вот еще 971 репост ВКонтакте и 6600 в Фейсбуке репостов этой новости. Я, конечно, всяческих благ парням, девушкам, программистам, разработчикам желаю. Но мне кажется, так как они много ограничений ставят, вот если то, вот если это условия, тогда мы присядем и начнем работать. Уже надо было делать. И написать: бесплатное порево, фильмы, сериалы, музыка, то, чего ждут от ВКонтакте. ВКонтакте — это, по сути, пиратская сеть, которая просто ворует материалы и распространяет их у себя. Также популярные трансляции. Вот если бы они по-честному тут написали, конечно, народу было побольше. Но вот так. Хотя я желаю, конечно, всех успехов.